хочу ответить всем таджикам по поводу того, что мы напоминаем, как спасли вашу страну от голодовки и гражданской войны, сделали добро в вашу сторону. Если вы неблагодарно себя ведете и все прописано осталось в истории, почему никто не имеет права напомнить? Если вы забыли, то мы 100 раз напомним. И да, нам война не нужна. И вам война не нужна. И внимательно следите за постами кыргызских блогеров. Мы не говорим про таджикский народ, а мы говорим про вашего президента Рахмонстера, нынешнего диктатора. И как опознали афганские спецслужбы, Рахмон нанимал профессиональных боевиков для атаки на Кыргызстан. А мы давали отпор на своей территории. Почему якобы ваши видео блокируют, а видео, как таджики нападают и захватывают наши земли, не блокируют? Да все просто. У вас нет видео, где кыргызы нападают и захватывают ваши земли. Потому что такого не было и не будет. Нам чужое не нужно. А за свое мы ответим тем же, с чем он к нам придет. Самому таджикскому народу мы желаем только мира и добра. Избавиться от Рахмонстера, который в случае митингов внутри Таджикистана сразу же затеивает войну на границе, обманывая свой народ, говоря, что кыргызы нападают на наши земли. Сейчас не время бунтовать и отвлекать внимание народа. И надеюсь, что вы справитесь, и придет к вам демократичный, адекватный правитель. Мы за мир во всем мире. Ассаламу алейкум.